Всем привет, с вами администратор сайта freart.pp.ua Darkin. И с нами в гостях Форест. Форест, скажи привет. Привет. Сегодня мы будем делать вот такую вот сигнатуру с таким вот столом. Давайте его сохраним для начала на рабочий стол или куда нам угодно. Ну и Photoshop запихнуть. И давайте придумаем размер сигнатуры нашей. Думаю, где-то 530 на 150. Вот так вот разместим по центру. И видим, что тут у нас белые линии. Довольно легко убрать. Копируем слой и сами на поток. Видно потом не будет, там все равно будет рамка, чтобы нам просто было удобно. Ну вот. Давайте для начала поставим, наведем коррекцию. Делаем резкость тогда. Жмем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Alt-E. Фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Тут 50%, 1 пиксель и изолегия 0. Окей. Видим, что у нас работа уже четче. Теперь создаем слой маску, берем кисть, черный цвет, непрозрачность где-то 70%. И замазываем то, что нам не нужно шарпить, то есть добавлять резкость. Вот. Ну, обязательно на слой маски. БГМ закрасим. Ну вот. Теперь, думаю, можно заняться фотообработкой. Давайте карта градиента добавим в начале. Версия. Мягкий свет. Прозрачность где-то 15-16%. Теперь еще раз карта градиента. Уже другая. Ставим на экран. Если у кого-то нет экрана, это значит, что осветление. Так. Вот видим. Уже немного лучше. Теперь давайте сделаем несколько лайтов. Размер где-то 150 пикселей. Для лайта белая кисть, мягкая. Ставим. Только непрозрачность 100%. Вот. Заливка ставим на 0%. Два раза кликаем по слою. Открывается вот такое окошко. Наложение цвета линейный осветитель и выбираем цвет, какой нам надо. Ну, думаю, тут красный вполне подойдет. Так, ставим его где нам нужно. Лучше даже желтый. Сейчас посмотрим. Форест, тебе какой больше нравится? Давай желтый попробуем. Ну, тогда давай желтый. Вон, желтый лучше. Согласен. Так, ну давайте еще где-то поставим. Теперь давайте наложим несколько текстур. Даже не знаю каких, но сейчас будем импровизировать. Я планирую не туда. Эту работу делать в мягком стиле. Поэтому сильно ее нагружать не будем. Так, попробуем режимы наложения. Мягкий свет тут точно не подойдет, думаю. Возможно, экран. Да, думаю, экран неплохо подойдет. Уменьшим прозрачность. Вот, осветлили мы немного. Так, теперь давайте еще несколько текстур добавим. Давайте другой пак. Пак Devont. Хороший, кстати, этот пак. Давайте, например, добавим эту текстуру. Режим наложения экран. Вот такие большие точечки у нас появляются. Думаю, подходит. Форест, ты как считаешь? Думаю, нормально будет смотреться. Форест немного тормозит, но все же он ответит. Ну ладно. Микрофон включай просто. Ищем еще несколько. Например, эту. Покажу,
сейчас вам одну фишку, может кто не знает. Текст давайте уберем кисточкой просто, точнее резинкой. Так, наложим ее, например, здесь. Ну, отлично. Теперь глазок убираем из этой текстуры. Ставим активный этот слой и жмем опять комбинацию клавиш Ctrl Shift Alt E. Вот она. Перетаскиваем вверх, включаем этот слой, текстуру точнее, и при зажатом Alt'е нажимаем здесь. Так, чуть немного подвинем. Вот видим, что мы наше изображение впихнули в текстуру. Так. Вот, думаю, хорошо. Так, и поставим вниз, чтобы так сильно не отличалось. Вот. Теперь давайте создадим новый слой. Поставь кисть, жесткость 100%, размер 1 пиксель. Ну и ставим вот такие точечки около нашего персонажа. Получается очень красиво, мягко. В общем, сейчас посмотрим. Ставим много точек, теперь с другой стороны. Можете поставить их где вам угодно, на любой вашей сигнатуре. Ну, в нашем случае, думаю, будет красиво, если мы на персонаже только сделаем эти точки. Так. Можно дублировать где-то так. Раза, три, четыре. Теперь объединяем слои. Ставим режим удаления мягкий сил. Теперь мы еще раз дублируем. Вот. Объединяем. И опять мягкий свет. Видим наши точечки. Хорошо дополнили работу. Так, теперь давайте займемся цветокоррекцией. Думаю, больше этой текстуры не потребуется. Так, кривые. Яркость, контрастность. Немного ярче. Контраста, наоборот, поменьше немного. Еще одну карту градиента. Здесь, блин, не то сделал. Сейчас уберу. Здесь ставим оранжевый цвет или желтый. А в другом конце белый. Вот так вот. Ставим режим наложения мягкий свет. Так, ну вот, в общем, неплохой эффект. Теперь давайте сделаем наш текст. Например, думаю, подойдут у дизайнерские шрифты. Так, сейчас мои шрифты загрузятся, и там очень-очень много. Вот они загрузились. Пишем наш текст. Например, Darkening и Green Art. Немного побольше, наверное. А внизу напишем, например, да. И вверху пиши Forest. Конечно. Как же я про тебя мог забыть? Ну, какой-то дизайнерский шрифт подобрать. Это некрасиво будет смотреться. Упс, мы так делаем. Теперь подлагивать немного даже. Так вот, немного уменьшим. Тексты, скажу вам честно, я сам не очень про, но учусь, так сказать, тексты делать. Ну и вверху, конечно же, наш форест. Главное, мой ник побольше сделать. Хорошо, целых 37 пикселей сделать. Ладно уж, раз ты гость. Будет тебе это гид. Ох. Думаю, вряд не очень красиво. Ну хотя пусть будет. Теперь давайте рамку. Берем прямоугольник. Цвет белый. Я сам такие тут беру. Чтобы мне казалось слишком пусто. Вот и все, оно широко кончен. Заходите на наш сайт. Приат. У нас много еще уроков, много всего интересного, уникальные тесты работы. В общем, удачи вам, пока.